Смотрите новости 16.12 чаще. Теперь выпуски выходят три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16.12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. Продолжаем изучать, кто есть кто в предвыборном штабе Касанова. Псевдооппозиционеры окружают сплошные нуротановцы и блюдолизы-аккорды. Евразийскому экономическому союзу 5 лет. Казахстан все ближе к объединению в союзное государство с Россией. 31 мая ДВК проводит общенациональную акцию памяти жертв политических репрессий.